Ладно, мы пройдем сейчас к ней. Аккуратно, на стелсе. Для этого же стелсы существуют. Приветики, мои хорошие. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Надеюсь, что у вас прекрасное настроение, потому что у меня оно хорошее. Поэтому я посылаю всем вам лучи добра, позитива и так далее. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Бенди In The Dark... Ой, и Dark Revival. Там вот это вот инковый демон. Я уже сама придумываю название. Но, короче, я думаю, вы поняли. Если вы смотрели самой первой серии, игра интересная, мне понравилась. В ней есть драйв, в ней есть сюжет. В прошлой серии мы с вами оказались в поместье Вилсона, выпили какую-то черную жижку из-под крана, которая типа являлась водой, и к нам явилась вот эта вот Алиса, которая волчица, или как она там сказала нам, когда в первый раз нам появилась. Ну, короче, она нас, судя по всему, похитила, и теперь нам нужно разобраться, что она вообще от нас хочет, поэтому начинаем с вами искать цены. Надеюсь, что я смогу более-менее привести смысл. Вот, но если что, знающие люди, пишите в комментарии переводы того, что я перевела правильно или неправильно, чтобы ребяточки, которые тоже не алё на английском, понимали, о чем идет речь. Ну что, поехали. С вас лайк и подписка, как всегда. Просыпайся. Я боялась, что ты пропустишь вечеринку. Что? Что происходит? О, это лишь маленькая какая-то там штука. Не беспокойся, дорогая, все в порядке, я понимаю. Это не происходит не каждый день. Я ангел. Ангел? Ангел? Алиса, ангел. Если быть точной. Так, а кто ты? Типа... Это место прекрасно, видимо. Что ты имеешь в виду? Окей, я дам тебе шанс. Правда в том, дорогая, что ты добра и слишком слепа. Но я хочу, чтобы твое лицо, твоя кожа стали на бумажке. И ты стала закуской на моем столе, видимо. Короче, она хочет меня съесть. Я буду красивой. Но для начала... Давай повеселимся. Как насчет игры? Давай поиграем в скачки. Или я не знаю. Что за прекрасная идея? У нее раздвоение личности, видимо? Нет. Что? Ладно, милая. Вот тебе сделка. Спрячешься за дверью, ты свободна. Но если типа это, ты будешь собирать мои маленькие пазлы и вернешься на специальный стул. Затем я нажму здесь переключатель, и пазл совпадет. И ты уйдешь. Ошибешься. Ты, видимо, проиграешь. Короче, все хотят со мной играть. Одна играла со мной в прятки, другая играла со мной в непонятные жмурки. Ладно, я встаю. И что? А ты не такая уж и добрая оказалась. Ты, короче, типа Алиса, какая-то злобная крыса оказалась. А так посмотришь, ну у нее есть мотивация, она хочет быть красивой, она сказала. Я так понимаю, что она хочет меня убить, чтобы меня, типа, победить. Значит, я могу здесь прятаться. Но я думаю, она знает, что я здесь, поэтому это бесполезно. Она же меня видит, она же не тупая, в конце концов. В глаза вроде бы не долбится. Шо, мне наверх, да? Ну, пойдем. Она сказала мне открыть дверь, что-то типа того. Но сказала, что если я ошибусь, то я... То есть у меня есть какие-то... Какая-то мне нужна комбинация. Слушай, а где же мне только... Бляха, я сломала себе что-то. Комбинация, значит, да? Мой друг медведь. Сидит. Ну я поняла, как это работает. Зая, есть листочек?
Короче, смотри, сейчас мы с тобой пойдем это все сделаем. Надо общаться с ребяточками. Берем новый чистый листочек, чтобы это все записывать. Сейчас посмотрим вообще, какие у нас есть ребятки. Так, значит, смотри, у нас есть лиса. Лиса у нас есть. Медведь. Просто это надо записать. Макака. Свинья. Ну, это просто надо записать, чтобы я понимала, да? Заяц. Нихера себе. Прям очень много. Тут надо с ними общаться. Птица. И лиса. То есть, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть персонажей. И нужно понять, кто из них когда идет. Ё-моё, ну это очень сложная комбинация, конечно, хочу вам сказать. Ну, ладно. Давайте, значит, чел говорит... Мой друг медведь всегда сидит после птицы. Так, значит, идет птица, затем медведь. А что он говорит? После этого они идут вместе в школу. Ну, то есть они рядом с друг другом, значит, получается. Дальше. Лиса всегда охотится на медведя. Они никогда не сидят вместе. Так, лиса никогда... Давайте-ка переведем. Они никогда не сидят рядом. То есть она его ненавидит. Значит, лиса у нас вообще хер пойми где сидит. Так, оставьте мне это, пожалуйста. Так, хорошо. Ты что у нас говоришь? Птица. Сейчас надо перевести. Птица не хочет иметь ничего общего с кроликом, но слышала, что они будут навлекать на себя опасность, сидя рядом с лисой. Так, птица и птица сидит рядом с лисой. Еще у нас есть заяц. Заяц не сидит рядом с птицей. Ё-моё. Возможно, я ошибусь. Так. Лиса думает, что заяц пахнет, короче. Она не может видеть его рядом, видимо, да? А, я не мог видеть, как они сидят вместе. Так, значит, заяц с лисой не сидит. Заяц, походу, самый последний у нас. Кролик никогда не сидит рядом с медведем. Он любит... Чего он? Что он делает? Кролик никогда не сидит с птичкой, но любит игривую компанию медведя. Так, значит, смотри, заяц, получается, самый последний у нас. Заяц идет после медведя, это 100%. Дальше. Провырливый напыщенный лис, его бы не поймали мертвым, сидящим слева. Слишком уж пешеход. Так, он не сидит слева. Лево не лиса. Ёшкин матрёшкин. Я всех, да, просила, получается? Всех шестерых. Раз, два, три, четыре. Да. Итого, значит, у нас птица, медведь, заяц, они рядышком. Лиса с птицей любит сидеть, но она не должна быть слева. Но у меня пока что есть одно предположение. Я сейчас сохранюсь. Я не думаю, что это как-то слишком сложно должно быть. Значит, давайте сейчас сохранимся с вами на тот случай, если вдруг я... А, нельзя сохранить, хорошо. Значит, смотри. Получается, лиса не сидит с зайцем, но она не должна быть слева. Блин, ну мне кажется, что вот так должно быть, смотри. Здесь, получается, у нас заяц. Заяц. Медведь. Птица. И лиса. Лиса, птица. Вот, мне кажется, такая комбинация должна быть. Судя по тому, что они рассказывают. Блин, ну я надеюсь, я не ошибаюсь. Ну, потому что нам сказали, что, типа, птица любит опасную компанию лисы. Ну, вот что значит лево не... Ну, вот, лиса, типа, не это, слева ее... Ладно, пофиг, попробуем. Чё, я ошиблась? Или я сделала все правильно? Если я сделала все правильно, то я такая молодец. Ну вот, вроде бы что-то запиталось.
А, я типа запитала, и если что, меня трахнет током, если я ошиблась, да? Ну давай, сыграем в игру. Tight, походу, я сейчас умру. Two, обшибочка вышла. Как сыграть еще раз? Давай сыграем еще раз. Все то же самое? Так, ну я рада, по крайней мере, то, что у нас не поменялось вот это вот все. Значит, смотри, мы сейчас с вами делали лиса-птица, но нам лису не сказали слева совать. Если лиса не может быть зайцем, тогда есть такая теория. Смотри, здесь лиса. Смотри, здесь лиса. Здесь заяц. Заяц. Да ёб твою мать, где заяц? Заяц. Получается, медведь и ворона, наверное. Или вот так. Давайте попробуем поставить медведь. И кто там у нас еще был? Птица. Либо потом поменяю их наоборот. А, ну да-да-да, лиса должна быть с птицей. Вот у меня тут записано. Но не должна... Все, я думаю, вот это правильная комбинация. Сейчас проверим. Сейчас еще раз получу. Если я выиграю, она сказала, что меня отпустят. Ох уж эти твои ролевые игры, женщина. Совсем офонарела. Играет она со мной. Ну давай попробуем. Я вроде бы сделала все сейчас хорошо. Hold on tight, honey. Here it comes. Three... Two, one. Нет! Кажется, она расстроилась. Кажется, она расстроилась. Теперь, кажется, я получу по жопке. Я сварила бедных чуваков. Она убежала. Но открыла мне дверь. У меня нет оружия. А вот и ты. А... Ну и что? У меня нет оружия, так нечестно. Поняла? Вот когда я возьму оружие, тогда будем с тобой сражаться. Она у меня должна была быть заряженной. Ой, блях, вы чё, охеревшие что ли? В смысле, вы проснулись? Алло! Уйди! Чё за прикол? Глупые выскочили, вы чё? Я не была к этому готова. Ёшки-матрёшки, святые кочерёшки, напали на меня. Давай, я сейчас всё сделаю. И что ты сделаешь мне? Вторых сейчас позовёшь, ребят? Надо зарядить с речником. Но я, по-моему, что-то отключила. Я, конечно, не знаю, чё. Но я могу еще, вроде бы у меня были предметы, чтобы улучшить мою вот эту вот штуку. Поэтому если сейчас будет такая возможность, а она, по-моему, есть. Она, по-моему, вот она висит. Я думаю, мы сейчас посмотрим. Нет, не хватает деталей. Да еб твою мать, вечно не хватает деталей. Такс, господас. А что я сделала? Я что-то это... А, вот, мне я, видимо, лесенку спустила. Я ее просто не сразу заметила. Она слилась с местностью. А вот и я, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, мне надо, видимо, на балкон попасть. Я так думаю, что не просто так здесь вот эта вот штука. А куда она может переместить этот линкер? Ладно, поехали. И раз. А вот и я. А, так это вот она. То есть когда-то она была красивой, но потом что-то с ее лицом стало не так, и она стала маньячелой, которая теперь хочет, чтобы у нее снова стала красивая личка. Я правильно понимаю? Ой-ой. Ой-ой! Никто не смеет обижать ангела, никто! Я покажу тебе, дорогая, как тебе будет больно. Ты долбанашка или ты как вообще? Oh,
Мне надо прятаться, я так понимаю. Не надо, не надо, никакого спота. Так, хорошо, мне есть сокращалка. Я так понимаю, что мне нужно к ней наверх подняться. Не-не-не, Заюш, я к тебе поднимаюсь. Я иду к тебе в гости. Я иду к тебе. А, смотри, я тут могу что-то открыть. А у меня как раз заряжено. Да не ссы. Да, ща, подожди, я сейчас... Я сейчас что-то сделаю с тобой. Что-то я где-то открыла. Что-то я там запитала. Киса, ты будешь красивой, я тебе обещаю, но не сегодня. Но когда-то ты будешь красивой, правда? Да перестань! Все, угомонитесь, женщина. Надо зарядить. Что, она прям конченая какая-то, подружка-то. Подружка прям такая, свихнулась. А изначально такая, я тебе помогу. Я буду... Или это другая? Может, я путаю? Может, я реально путаю? Может, ангела мы не встречали? Мне кажется, мы встречали. Подожди, Зай. Я немного не понимаю, куда мне идти. Ку-ку. Ха-ха-ха. Надо поесть. Смотри, мне надо как-то пробраться куда-то там наверху, может быть... Опасная женщина. Нет, мне не сюда. Я понимаю, что это музыка для твоих ушей, Заюш, но не надо. Не надо! Значит, смотри. Мне надо как-то сюда попасть. Вопрос. Я не понимаю, потому что... Как? Ну как-то же мы должны с вами туда попасть. Я понимаю, что это твой спот, но, может быть, не надо стрелять так. Как же это сделать? Не, ну вряд ли я залезу-то. Хотя, может, у меня получится. Может, у меня реально получится. Давайте я попробую, подпрыгну и залечу. Нет, не получается. Ага, вижу куда. Давай, стреляй. Стреляй, стреляй, стреляй. Алло. Ай, 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 подожди, женщина. Все, вот сюда. Хоп, хорош. Вот так вот, все, я нашла, куда надо мыкнуться, пыкнуться, все, получилось. Надо было на коробке обратить внимание. Ой, как хорошо. Открываем еще одну заслонку. О! Банишь Алис Энджел. А, я уронила, видал? А как ты меня задела? Заюша. Она прям такая глазастая, ты видел? Тихо, тихо, спокойно. Не надо. Спокойно.
Да они... Уж какая-то агрессия. Может, мне похилиться лучше? Ладно, мы пройдем сейчас к ней. Аккуратно, на стелсе. Для этого же стелса существует? Или нам надо просто мимо нее пройти? Не, я думаю, ее надо столкнуть. Баниш! Как ты смеешь прикасаться ко мне, а? Нет! Ой, да ладно, тут не так высоко было падать. По-моему, я ее выбесила. Ой-ой-ой, Алиса что-то недовольна. Финальная битва, детка. Бенди ее убил. А, мое лицо. У тебя мое лицо. Это наше лицо. А, я... красивая. Всегда. Я ж говорю тебе. Я ж тебе говорю, мы ее видели. Вот нормальная, с которой мы общались. А это ненормальная. Я и думаю, что она что-то отличается. Ты в порядке, Одри? Элис, я не могу сказать, как рада видеть тебя. И это, наверное, это волк, Эдри, это Том. Он мой защитник, мой друг. Теперь я понимаю, почему тебя зовут Алиса. Машина создала много похожих форм, и это одна из них. То, что внутри... Мы немножечко разные. Ну, теперь я могу называть тебя Алиса. О, что ты имеешь в виду? Как насчет Эллисон? А это неплохо. Окей. Давай попробуем. Но, если ты хочешь меня так называть, мы должны знать, что делать Вилсон. Вилсон, я почти забыла. Я должна вернуться назад прямо сейчас. Ты с ума сошла? Вилсон, это опасность. Ты его знаешь? Ты говорила с ним? Я видела, что он сделал. Это не очень прекрасно для меня. Слушай, это звучит странно, но он хочет убить инкого демона. Это отлично, и... Я думаю, он поможет всем нам. Я просто... Мне просто нужно вернуться назад. Ну, надеюсь, это правда. Короче, они готовятся сражаться с инковым демоном, если коротко. Но она что-то немножечко в шоках. Блин, он такой классный. Пэт написано. Он прям милашка. Не, ну блин, старый Вилсон, конечно, тот еще кобель. Поэтому я не знаю, стоит ли ему доверять вообще. Давайте прочитаем, что тут написано. Красивые люди убегают из этого мира. Если у вас есть мозги или талант, вы можете просто прокрасться через ворота, но с красивым лицом все двери открываются. Толпа кланяется тебе. Они спрашивают ваше имя. Они хотят, чтобы вы присутствовали. Они просят вас говорить. Тихий голос со скошенными губами, слабое место каждого. Я переродился с моим совершенством, украденным у меня, чтобы вернуть его. Я разорву этот прогнивший мир на части. Ангелы прекрасны, ангелы прекрасны. Ох ты ж, ё-моё. У кого-то комплексы были с личиком. Мне не нравятся звуки, которые я слышу. Вилсон! Чего? Со мной инковый демон общается. Бурлилка! Я должен вернуться! Мне сказали, что я должен вернуться. Я пытаюсь вернуться. Я ж послушная девочка. Я возвращаюсь. Ой, что-то они какие-то злобные.
Чё-то они какие-то злобновастые, ребястые. Чё-то они теперь совсем недобры. А зачем я сюда пришла? А что-то оно у меня не применяет способности. У меня нет способности? Ай, блин, ногу сломала. Здесь я могу спрятаться, хорошо. Видимо, я могла сверху оценить обстановку. Так, а подожди, а куда мне? Ничего не понимаю, но очень интересно. Я так понимаю, что туда, откуда этот вышел кипер вонючий, который что-то со мной пытается сделать. Сейчас я с ним что-нибудь сделаю, ясно тебе? У меня, конечно, ничего нету, но я девушка опасная. Возможно, прекрасная, но это не точно. Вот он идет. Я вижу от его фонарика свет. Надо сейчас не торопиться. Надо дождаться, когда он повернется к нам попой. А вы не можете прятаться, мне сказали, когда они увидели, куда вы спрятались. Спасибо. Я просто пойду за ним, и все. Я просто сейчас вот сюда спрячусь. И дождусь, пока он там по своим делам пройдет, и все будет замурчательно. Потому что на данном этапе с таким количеством хп я далеко вообще не смогу уйти. И меня с вами накажут сейчас по всем фронтам вот эти вот странные штуки. Не, я думала, я могу спрятаться, знаешь, ну хочется всегда так тыкнуться-мыкнуться, чтоб типа это самое. А тут видишь, если тебя увидели, то ты уже не спрячешься, это прикольно сделали. Это чтоб такие, как мы, вот так вот не сидели все время в шкафах. Но они очень сильные ребята, эти киперы. Прям такие, мерзопакостные ребятки. Придется сделать так, я просто растиралась. Дорогая Алиса, не знаю, прочту ли я эти заметки, но буду оставлять их для вас. Я надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь мои слова. Я безумно... это и безумие исчезнет из твоего разума. В одном странном и темном месте мы можем найти свет и цель. Мы не можем просто бродить в одиночестве, жажда красоты, власти и других бессмысленных вещей. Даже сердце того, кто чувствует себя неполноценно, может обнаружить, что... Мы не заблудились, мы просто ждем, чтобы нас нашли. Мы такие разные, созданные из одной формы. Мы сестры, ты и я. А, ну это писала это Элисон, которая наша подружка. Мне нужно спрятаться, посидеть. Потому что вот этот вот дурачок идет сюда. И я не хочу, чтобы он меня заметил. Поэтому я лучше посижу, аккуратненько так. Он там пусть сначала уйдет, а я потом тихонечко-тихонечко пойду по своим делам там. Пудри где-то припудрю, где-то еще там что-то сделаю. Поэтому не надо меня трогать, пожалуйста. Нам бы вообще вот к этому бы автомату подойти покушать по-хорошему. Потому что там вкусненько кормят, вкусненькая еда. Вот, а по моё хп просто это ГГ говорит мне. Ну-ка, дай сюда. Ой, как хорошо, ой, как вкусно. Что тут у вас интересного? Шкатулка. Инспект. Эта музыкальная шкатулка сломана. Если я смогу ее починить? Серьезно? Ну, поднимаемся наверх.
как-то тут очень страшновато, мне кажется. Ой, они говорят, что убьют моего лорда, они говорят, что инковый демон, короче, фейл, они говорят, что, но мой лорд живой, он вернется, он смотрит за мистером Вилсоном. Короче, это какая-то типа молитва. Инковому демону. Ой, бляха! А шо это ты свалилась? Ядрить-мадрить! Шо это на соплях-то все? Она вся такая на соплях? Я лучше не буду. Пошел нахер! Лох! Вонючий. Он пытался меня, ты видел, поймать? Своими загребущими лапками. Блин, что-то как-то слишком тут какое-то это обилие монстров. Мне же интересно здесь лазать. Что вы меня кошмарите, господа? Может быть, я могу его как-то задоминировать? Нет. Походу, я не могу с ним ничего сделать. К сожалению или к счастью. Поэтому пойдемте отсюда. Лучше пусть нас с вами не трогают. Давайте попробуем вернуться в ту сторону. Не надо меня... Ой! Он меня ударил. Негодяй какой. Фу, таким быть. Блин, ну это ГГ просто. Чё так сложно? Вот эти вот говнюки, они меня, конечно, очень сильно раздражают. Они прямо очень агрессивные пацаны. Просто надо отсюда свалить. Давай, спасибо. Спасибо за еду, я поднимаюсь. Вот эти вот штуки, чё они такие, это вообще, жидкие? Только не поворачивайся сюда. Я сейчас пойду за ним. Мне очень интересно посмотреть, что будет в той стороне. Поэтому я сейчас аккуратненько прям за ним пойду. Я, возможно, об этом пожалею, но... А что мне остается делать? Вот и все! И все, и не надо было вот это самое, понял? Быстренько, простенько, такие оп-оп, и все. Ключик нашли от шкатулки, уже неплохо. Хочу теперь посмотреть, что у нас тут. Ага. Тут мы можем просто спрятаться. Ну, тогда остается ждать. Надо дождаться, где нам дадут остальную вот эту вот штучку. Или нам нужно просто вставить этот замочек и все. Не, я думаю, что там что-то еще необходимо, конечно же. Все не просто так все. Как хотелось бы, конечно. Я думаю, что надо еще найти статуэтку какую-нибудь сверху поставить. Ну, сейчас мы быстренько все это с вами сделаем. Потому что-то теперь-то все понятненько. Крепота, блин. Безногая. Все, уходим. Так. Не понял.
Значит, надо идти куда-то туда. Тут же никого нету. Не, здесь вроде никого не было. Но очень интересно, что тут происходит и где искать остатки, Рос. Что? Ой. А что это было? Ты видел? Там меня что-то трогало. А что меня трогало? О, подождите, а я тут не была. Ой, я реально... я тут не была. Только не вставай, брат. Ё-моё. Пацаны, у вас тут какие-то А, так подожди, это открылись двери, получается. Я понял. Мы открыли с вами дверь. Да их капец тут много. Короче, надо это сделать уже и закончить на сегодня. Мне надо запитать мою штучку. А чтобы ее запитать, нужно вернуться назад. Чтобы открыть там какую-то дверь. То есть так прилично пиздюхать назад. Похрен. Давай, заряжай. Зато она будет заряжена, если я сдохну. Как бы везде свои плюсы. Быстрей, быстрей, быстрей! А! Собака сутулая! Успел меня все-таки трахнуть. Говна кусок. А у меня зато уже все есть, как бы. Так, это я где? Подождите, это я в нужном месте? Вроде бы как в нужном. Нет? А это что такое? А это что такое? А мы тут были? А, мы тут были, все. Тут есть мои способности, а тут их у меня отжимают, да? Да, тут их у меня отжимают. Это будет все мое. Родное. Все про меня. Все для тебя. Я просто боюсь, что если я сейчас закончу, я потом забуду, куда бежать, понимаешь? И буду такая, а куда? А сюда? А может быть сюда? И вот начнется вот это вот из серии в серию, не пойми что. А хочется-то все сразу. Поэтому вот, ну штуку я зарядила. Теперь нам остается ее только присунуть. И я думаю, что там будет вот эта вот штучка. Мы ее сейчас заберем. И уже тогда в следующей серии соберем эту шкатулку. Да, мужчинка, ты такой красивый, ходит он там. Ну хотя бы вот этот вот хрен перестал появляться, который так вот резко появляется и бежит на тебя. Который меня раньше до усрачки пугал, ну, реально жуткий. Ну и все, поднимаемся. Я думаю, что хп тут не особо мне сыграет роль, поэтому я за него вообще никоим образом не беспокоюсь. Значит, нам нужно сюда. И раз. Молодец. Молодец, сломай себе ноги, пожалуйста. Мы должны с вами сюда аккуратно спуститься. Чтобы нас с тобой тут не поимели. Ну, вроде бы не должны. Еды нет никакой. Блин, а чё ж вы так? Вы хоть бы накормили бедную несчастную тизечку, ну. Кушать-то хочется. Слушай, они меня вроде бы не видят. Что тут у нас? Что-то безопасное или опасное? О, еда. Еду я люблю. Еда это вкусненько. Я так понимаю, что это обход. Ку-ку. Надо спрятаться.
Потому что, очевидно, у нас проблемки. Там ходит вот эта вот крокозябрина. А вон там вот лежит та штучка, которая мне так нужна. О, он прям сюда пришел. Нормалек вообще. Натулек попала мы. Здравствуйте. Ползущие сопляжуйчики. А мы-то не знали, что вы тут будете сейчас. Ладно, не торопимся. Они вроде бы медленные, если тебя не видят. Они вроде бы глухи, так что на них можно даже не на картах ходить. Поэтому мы сейчас просто заберем все, что тут есть. И пойдем за ним. А, он сейчас повернется, подожди. Он сейчас повернется. Фига, подстава. Ты видел, как он ходит? Он идет сначала туда, потом разворачивается и идет туда. Так что сейчас на изи его это размотаем. Забрали ангелочка. Еще один кусочек от музыкальной шкатулки. Что ж, давайте на этой нотке тогда и закончим, а в следующей серии пойдем собирать с вами шкатулку. Ну, мне понравилась серия, то, что у нас был такой мини-босс здесь, но в целом можно было бы сделать, конечно, и посложнее. Пишите, как вам, подписывайтесь на каналчик, а мы с вами скоро увидимся. Пока.